Здравствуйте. Рады приветствовать. Такое спокойное субботнее вечернее настроение. Естественно, мы не усидели дома. И после обеда, время уже 3 часа дня, поперлись на ков. Вот. Завтра мероприятие будет музыкальное. Все, кто не в курсе, по ссылочке переходите, в описании увидите. Что хотел спросить давно, особенно у комрадов. Расскажите, а кто под какую музыку на коп ездит? Вот суть в чем? Уже давно обращаем внимание, под какую-то определенную музыку в процессе движения на раскопке, скажем так. Находок много, в какую-то нет. Ну, это такие, конечно, суеверия, но без них скучно жить. Кто тоже заморачивается, в комментариях напишите, у кого что. Интересно будет почитать. Мы стоим в пробке на М4. В навигаторе пишут, что там перевернулся Мерседес в левом ряду. С чего бы это вдруг перевернулось? Сейчас увидим. Ладно, не переключаемся. Доедем до места, покажу. Ну, короче, как я и говорил, приехали на место. Ну, сами знаете, эти места мы здесь постоянно пасемся. А тут хлоп. И тоже все перепахали. Едем в тот угол, вот по пашне. Ну, тут есть, конечно, накатик. Вот, едем в тот угол, в лесочек зайдем. Ну, здесь грубятина, но, может, прогуляемся, посмотрим. Времени много у нас. Погода хорошая. Так, дошли мы до этой посадки. Здесь и дороги какие-то через них шли, и ходить комфортно. Не то, что по папоротникам. 38-й год. На многое находок мы, естественно, и не рассчитываем вовсе. Да, в основном на советы. Ну, да. 38-й. Очень приличный сохран. Да. Ну, в общем, хорошо, что, по кайфу несколько часиков-то полазить до темноты. Сейчас мы их пошерстим здесь. Зачастую советов набирается. Я специально под край хочу. Сейчас пройти. Пойдем по краю пройдем. Там. Такая на круг, как прохладно. Ага. Гнуса нет. Ну, есть. Ну, это незначительный гнус, я бы сказал. Короче, кайф. Чтобы империя сыпалась со всех щелей. Щель. Ну а что тогда он вот. Слушайте, я когда-нибудь прибор потеряю окончательно. А, вон он. Радиомаячок. Точнее, GPS-маячок сейчас уже в нынешнее время. И оранжевый платочек. Да, зверье здесь есть, кабанем. Кабаном воняет. Когда. Их здесь много. Запах очень хорошо остается. Ну, тот, кто чувствовал, тот знает. Так. Да, зверьем здесь, конечно, все ухожено. Не было гнуса, но нас догнали любимые лосиные вши. Вот такая находочка. Очень похоже на рукопашную. Ну, да. Хотя, снизу она же железная. Ну, чернина, да, с цветнинкой. Ну, что, пойдет. Не, била она четко, 12-м, но похрюкивала. Ну, похрюкивала. Ползаем тут. Хорошо, тенек. Ну, вообще в приличном сохране. Сейчас гладеньких. Такая вот находка. Поздняя советина. Вот такая находка. 78-й годик какая. А, ну и да. Симпатяга. Ой. Заморозимость один будет. Ну да. Так, продолжаем наше изыскание. Вылезли вот на такой вот просеку, сигнальчик.
Что-то там показалось маленькое зелененькое. Вот очень интересно, что это. Зеленый кружок. Изымайте. Полушка. Чья? Анена. Да ладно. Прохладно. Вот вам посадки лесные. Все говорил. А вот это параллельная дорога. Ну тут и прикольно. Да еще неплохом сахарничке. Окисли, правда, в зеленый. Ну, этот. Вот мочим. Чем било новенький? 21-23. Пробочный сигнал, да? Угу. Где-то 31, что ли? Ну, давай посмотрим. Ну да. В зеленой фуфуне. Ну, что-то тут, да. Только... Надо было так пятачок припадить. Давай попробуем. Такая вот монеточка. Изумительно. В мире животных продолжается. Товарищи ловят лягушек. Тяжело с рук. Цапля серая. Их там много. Ну все, друзья, находились. Накрыло нас такой свистопляской. Вон, за моей спиной льет. А мы же сюда-то по целине ехали. Сейчас поедем обратно. Ой, а чувство размочали. Сейчас грязные будем, как черти. Вот. Ладненько. Ага, как мы ехать будем, если так не захотим. Три монеты. Одна пуговица. Пуговица. Ой, зато империя. Пишем комментарии, ребят. Знаете, что еще хотел попросить? Делитесь видосом. Вам не сложно, а нам приятно. Вот. Три монитоса. Ну, снимать, естественно, как я понимаю. Ой, как вы понимаете, я не рискнул. О, притих маленько. Сейчас будем выскакивать. Да, ладненько, спасибо вам большое, что смотрите. Всем пока. Под дождь проливной.